визитом в Казанский федеральный университет прибыли студенты Японского университета Канадзавы. Для них была организована экскурсия в КФУ. Гости разделились по институтам в сопровождении кураторов. После ознакомительного первого дня их ожидает двухнедельная стажировка. My professor also recommended me, but not only that, I want to join foreigners research and I want to how to work with foreigners. Mm-hmm. I want to learn that, so that's why I recommend join. Также в рамках партнерской программы мобильности студентов 19 августа состоялся визит обучающихся КФУ в университет Канадзавы. My professor said they will join the internship Japanese company, many Japanese company, and they will learn the Japanese technology from company a lot. But I don't know about the laboratory university. Напомним, что в январе 2018 года КФУ и университет Канадзавы заключили соглашение об обмене студентами, преподавателями и научными сотрудниками. Ожидается, что к 2019 году количество студентов по обмену с обеих сторон превысит 170 человек. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленардо Влетяров, Универньюз.